Сегодня государственными и ведомственными наградами отметили работников транспортной сферы. Чувашия – крупный транспортный узел, в котором пересекаются железнодорожные, водные пути, автомобильные магистрали и авиасообщения. Глава Чувашии отметил, что сегодня растут пассажирские и грузовые перевозки, модернизируются объекты транспортной инфраструктуры. Примером является масштабная реконструкция аэропорта. Это большие возможности, но и ответственность за обеспечение безопасности. Со всем этим специалисты транспортной сферы Чувашии справлялись и справляются. Лучшие в своем деле специалисты сегодня получили награды. Александр Григорьев вот уже 25 лет работает слесарем-электриком Новочебоксарского троллейбусного управления. Говорит, что такая благодарность – стимул работать еще лучше. Пусть приходят побольше молодых. У нас молодых не хватает людей. Пусть приходят в профессию. А Евгений Григорьев, генеральный директор предприятия «Желдорремтехника», поблагодарил в первую очередь своих сотрудников за эффективную работу. Мне хочется поблагодарить Министерство транспорта Чувашской Республики, которое походатайствовало награждение прежде всего моих работников перед главой республики, потому что они действительно совершили большой подвиг, вывели город из-под большой катастрофы, так как они задержали, предотвратили взрыв цистерны с дистопливом. Ну а наша фирма занимается текущим содержанием железнодорожных путей, ремонтом железнодорожных путей, капитальным, реконструкцией железнодорожных путей, подачей уборки вагонов на собственные тепловозы. Мы обслуживаем такие крупные предприятия, как «Промтрактор», агрегатный завод «Промлит», завод «Чапаева».